Как пишет Политека.нет, Тина Кароль стала чаще показывать в Инстаграм разные моменты из своих будней. Также артистка начала показывать подарки, которые поражают ее своей красотой, картины, рисунки, поделки, сделанные девочками из ее фан-клуба. Иногда Тина показывает и себя на коротких роликах, интригуя модными нарядами. К примеру, темно-коричневое платье из кожи и яркий макияж в нюдовых тонах преобразил исполнительницы. В ролике она восхитилась картиной с собой и подметила, что ей нравится быть разной. К слову, ранее Кароль не общалась с аудиторией и не говорила о себе. Более того, о жизни и сыне Тина тоже не говорила, но в последний год звезда стала более открытой и готовой к общению. Ранее Кароль продемонстрировала и довольно соблазнительный образ в черной пижаме, позируя перед зеркалом. А также сделала несколько записей в студии. «Еще разок тебя вдохну про запас». Это как песня на бис, или еще на минутку со сцены заглянуть в ваши глаза и услышать шум аплодисментов. «В тебе все сводит меня с ума красиво, это факт». «В марте увидимся». «Ваша Ти», — написала Кароль.